И всем привет! Вот Макс решил сделать такой челлендж, чтобы прожить зиму. То есть вот она, 24 дня. Опа, чушмар стоит, а надо на декабрь поставить. Во, декабрь. Так, сложно все. То есть надо продержаться до весны. Там 6 получается дней, да, Макс? Да. Вот, ну что ж, погнали, посмотрим, как у нас это получится. Так, ну вот оно. Зашли. Сейчас Макс зайдет и скажет, где он, потому что я пока не понял вообще, где я. Ага, теперь понял. Опять возле горы Шахтер я где-то. Блин, ну меня, наверное, туда опять бросит. В озеро это? Ага, в березовую рощу. Ну, не знаю, сейчас глянем. В принципе, я там уже протоптал тропинку, дорожку. Ты же там все протоптал, да. Сразу волка, блин. Нет, это круто. Что, прям волки? Ну тут минус 2. Попробуем. Минус 2. Меня все время бросает в эту березовую рощу, поэтому я ничего не могу сделать. Да. Так, ну снег идет, это ладно. Так, ну мне вроде кинуло. Минус 3, какого хрена? О, минус 3, да. Так я ж почти в долине Лута, это Ежевский ход, тут же самое теплое место. Я вон за лосем бегу. О, а лось пускай тебе расчищает дорогу. Принимает на себя удар этих волков. Минус 2. Я, короче, бегу опять к тому озеру, где было плюс 3. Там надо... Ну, да, хоть отъемся. И стаминку тебе надо. Ну, стамины нет. В смысле, эту жизнь хотя бы пополнить. Остановить. Ну, помидорчик нашел. Помидорчик? Угу. Так, у меня уже 0. Но я все равно буду мерзнуть. У меня плюс 1. Да, так это ты вообще прям живешь уже. Ну и мне не пройти. Блин, я не туда вышел. Так, есть, я костер уже сделал, можно сказать, практически. Слушай, я плыву, у меня плюс 3. Да, но когда... А, нет, я теряю. Когда ты выйдешь, будет очень холодно. Да, я теряю жизнь. Все, я уже в долине Лута возле своего камня практически. А здесь 2 градуса, отлично. Ну вот 3 градуса нужно. О, уже 3, да. Я, по идее, сейчас не должен мерзнуть. Уже экран стал светлым. Перестал быть черным. Лосяра, блин. Не черным, давай, а этим. Давай, дергайся. Да. Показался, что ящик, но это не ящик. Блин, он то ли меня хочет атаковать, этот лось. Он ко мне подбегает прям так... на вытянутую руку. Гона нет. Ну, гона нет, он обратно возвращается. Ох, пошла. Пошло здоровье подниматься. 22 уже. Я пока тут дерево рублю. Я ставлю рядом с тем местом, там, где у тебя на видео было. Угу. Костер. А что, я костер не сделал? Сделал. Пока здесь вот. Поближе к воде. Так, дерево закинул. Теперь бы спичку сделал. Сколько у меня? 3. О, 4 градуса. Я тут вообще уже прям уж как на курорте. А у тебя как со жизнью там? 9. О, ты не дойдешь. Я понизу иду, почти по воде. У меня плюс 4, а, плюс 3. А, так 4, так у тебя должна стамина, в смысле, здоровье подниматься сейчас. Ну да, я почему так и крадусь. Ну да, 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 по нижней части. Так, надо пробовать волка. Потому что мне, я просто не могу уже, меня все время сюда выбрасывает. Да. Я вот нашел место, где можно... О, 4 это, градуса. Это, наверное, специально всегда так и сделано. Мы же еще пока как бы, ну, не пригласили друг друга аж в этот вот. Из-за этого, скорее всего, тебя в другое место накидывают, чтобы мне рядом были. Не, ну кинь меня за наше озеро хотя а бы. Как я тебя там могу тоже... кинуть? А? Как я тебя могу кинуть? Да нет, нет, не ты. Я имею в виду игре. А, игре. Кинь меня, допустим, на другой берег озера вот этого большого. И проблем нет, я далеко от тебя. Ну да. Проблема.
Так, у меня уже 5 градусов. Так ты вообще прямо в кайф. У меня уже жизнь пошла вверх. У меня уже 32 единички жизни. Декабрь месяц, все хорошо. Я собираю файбер, рублю дерево, ищу хотя бы еще одну медицинскую траву, и у меня будет есть, отлично. Есть у нас уже спичка. Делаем биотопливо. Как хорошо. Потому что я когда начинал играть только, надо было только находить спички в этих вот сумках. Какой гемор был поначалу спичку найти. Создать не получалось? А тогда не было. Не было этой спички, которую вот эту можно было сделать. Искусственную, ну типа самодельную. Были такой обыкновенные спички. Надо было искать в сумках. Ох, я картошку нашел. На целую. И скотины тут как-то нету в долине лука. 6 градусов. Я вообще тут уже можно в трусах бегать. Я, собственно говоря, почти в трусах и бегаю. Ты в трусах и бегаешь. В штанах из мешковины. Так, хорошее место. Так, есть? Жир есть, делаю спичку. Отлично. Так, давай сохраняйся. Угу. Вроде как пошло неплохо. Сохранился. У меня уже 20 жизней. Вот так. Волчара белых. Блин, как их тяжело убивать, этих белых волков. Да, белые волки, они какие-то посерьезнее ребята. То да, у них интеллект как-то поинтереснее. Они отбегают от дерева, поэтому я бил. Так, ну чё, сохранился? Да-да-да. Вот мне надо сейчас перебежать через гору. Есть. Белый волк в кармане. Еда уже есть. Блин, 2 куска дал. Ну, хоть на этом спасибо. Так, бью-ка я, наверное, пожру. Да, тебе надо бегать. Я буду, так как у меня очень плохие показатели пинга, я буду жить за твой счет. Ничего страшного. Чё это? Камушка. Так, давай. А у меня фляги нет, ёлки-палки. Блин! Дерево где? Дерево! Живи! Только я сохранюсь. Нет, я ушел от него, я не буду с ним воевать. Ближайшее сохранение, чтобы было. У меня нету стамины, у меня 14 жизней. О, костер. И у меня плюс 4. У меня уже тут 17 возле костра. Возле костра 17 градусов. Блин, я же тут все дерево вокруг пообрубывал. Чтобы на ночь дерево хватило, надо запустить сразу. У тебя там на флягу случайно еще не набралось там материала? Что у меня еще ничего нет. Так. У меня белый мишка. У меня 5 скраба. О, ты уже можешь сделать флягу. По-моему, уже не могу. Я так что еще раз сохранился. Молодец, потому что меня атакует волк. Ты его вокруг дерева мансуешь? Ну да. У меня удар идет через секунду, как я бью. Живи. Потому что одна печень. Ох, отлично. Кожу не дал, да, скотина? Нет, ну печень тоже. Блин. Там ящик не пойду, там белый, не. Серый. Оно того не стоит. Одного. Оно того не стоит. Да я побежал здесь искать, но все уже подъел. Ага, вон еще один ящик. Теперь надо еще одного волка. Вот он. Иди сюда. Блин, у меня 3 градуса. Эй, сутулый. Сколько жизни? Я уже полностью восстановилась практически. Так, ну не смотрите на меня, ребята, вообще. Вон, на веревке делать, да? Так. Не очень близко, не буду.
Отлично, отлично, есть волк. Блин, это кто, косуля? Она не страшна. Кто это? Фу, тоже олень, блин. Так, нам надо срочно курицу. Я курицу еще ни одну не встретил. Это заяц, я думал, курица. Я тут где-то вдалеке видел ящик. Почему-то совершенно нет куриц. Да, я тоже ничего не видел. Только бью этих зайцев. Два патрона. На винтовку и пистолет. Ну, патронов. У меня три хлопка. Красавчик. Ну, не сейчас. Я тебе где показывал. А, да-да-да. Когда ты тестировал выживание. А хлопок всегда попадался. Вот я, по-моему, два раза прошел полностью под разными углами. Я тебе держу картошку, на всякий случай. Да, у меня витаминов куча. Я два яблока нашел, два этих самых. Так у тебя вообще все ягодки. У меня одни витамины в жопе. В желудке. В желудке. Так, есть еще один швеллерок. Итого три швеллерка надо. А сколько там на флягу надо? О, так я уже могу сделать флягу. Делаю флягу, отлично. Так, волчик. Давай. Кис-кис-кис. Давай, давай, давай. Сохраняюсь. Только носик торчит из дерева. Ну еще прыжочек. Ну протерпи. Зараза. Не протерпел. Так, что-то я, блин, в местности запутался. Вроде где-то рядом. Есть еще вал в кармане, отлично. Тебе уже еды полно. Скотина! Уперлась дерево под 90 градусов и убежала. Курица? Мне и так нифига нету. Я тут сижу, на нее смотрю. Ты еще далеко? Где ты примерно? Да уже рядом. Наконец-то, блин, схватил. А самое трудное выживание. Да. Ты уже тут? Ну. Так что ж ты молчишь? Ну я же сказал рядом. Ну так рядом. Рядом одно дело. А, рядом. Так, флягу я сделал. Так, я бросаю еду. Давай мне пожрать. Я-то поел. И это самое. Она в костре начала жариться. О, да ты еще и прям... Ну я ж там... Руки мои, руки. Как-никак. Ой, блин, ё-моё. Сейчас заразишься, у меня нет, нечем тебе лечить. Я уже забыл. Хворь нечем лечить. Так. Так, тебе точно витамины нужны? Так, доски, доски. Раз, два, три, четыре, пять... Я тоже пешки сделал. И дай мне это. А ты сделал? Не, вот сейчас назначил. Не надо, делать. Не надо. Оставляй дерево, чтобы у нас было. Дай все. Мне два гвоздя. А у меня вообще ни одного нет, я не нашел. Обалдеть, ни одного. Ты чё? Я тебе серьезно говорю, ни одного гвоздя за все время не нашел. Ужас. Так, ну нам косую платформу придется тогда делать. Или гвоздь находить. Сейчас. Я где-то там ящик видел, но я туда уже не пойду. Ай, блин, мне ж поесть надо. Куда я побежал? Так куда ты побежал, да, на самом деле? Отъешь пузо сначала, потом беги. Да, да, мне надо попить и обязательно... Витамины. Витамины, да, там собирай. Помоем персонажа заодно. В ледяной воде, 6 градусов. Давай, 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 есть. Все сразу съедай. Конечно, я все сразу съел. Понял. Мне вообще попить надо, да. Так, я только попью и побегу. Там ящик должен быть. Угу. Я его немножко оставил. Сейчас я... Всем одну витаминку. Надо обязательно... Почему-то ягоды, главное, ничего не дают. Ноль влаги. Хотя странно. Там же все равно... Тебе ягодка нужна? У меня пока 100%. Не, я одну только что съел. На тебе. У меня...
все зеленое по ягодам. Ну что он там так долго? А ты ноги специально намочил? Все, я заправился по самой. Вот сейчас вот как раз вот сейчас у нас должен быть самый плодотворный полдня. Мы должны найти как можно больше гвоздей, железа. Но железа я нашел почему-то очень много. Поймать где-то, ну, куриц хотя бы 5-6. Быстрей! Заваривайся. Вода. О, мясо я забираю один кусочек. Заваривайся. Чтобы не за... Ну, вода, чтобы кипятилась. Да, ёпарас. Так, где... Кто сказал мяу? Ты лучше с волками не это. Я не с волками. Курица была, а я ее просто не вижу. Ну, ну еще одну бутылочку, давайте, давайте. Ты смотри, как долго ждешь. О, все, теперь ну, у меня... я тоже не могу все, сказать. Все. Такое впечатление, что действительно долго ждется. Блин, два гвоздика так, надо. Вижу сумку. Оружейную в ней могут быть спокойно гвозди. Могут, могут. Все поднимаем. Стрела. И порох. Ну, у меня лук только под конец появился, ну, в принципе, нам нафиг не нужен. Блин, не я нужен нам лук. Второй раз слышу курицу, но не вижу. Тут нам особо сейчас бояться некого. Охотников нет, того нет. Ёпта! Стой, стой, стой. Да, за малым. Скотину мы рубим топором. Блин, я думал, это ящик, это нифига не ящик. А я на волчика влез, ну, правда, не стал с ним биться. А, вон белый ходит. Я от белого бегу. Вот они, блин, шубрушные, еще больше шубрушные, чем. Бля, черный. Что-то окружили демоны. Сбоку, сбоку обходи. Да я ж там. А где он? Я тут уже был. А вон он. Блин, их так плохо видно, этих белых. Да они только рычат. Вот хорошо хоть предупреждают. Где он? Я опять его потерял, ты что? Слепой, что ли? А, вон он. Лучше его убить. Так я ж хочу. Ух, как он. Блин, он же сразу побежал. Они прям атакуют мгновенно и вообще такие прыткие. Так, за мной какая-то скотина бежит. Фу, блин, еле-еле выкрутился. Хитрость. Мое конфу оказалось сильнее. Так, есть дерево. Где же гвозди все? Алло. Куда гвозди все пропали? Фу, блин. Что-то я аж так перенапрягся. Белого рубил. Вот. Фу, блин, это Макс, я думаю, охотник хотел сказать. Какой охотник? Тут, ты не видишь, как много какашек сзади меня. Я только что от белого волка убегал. Прям, ну, мне просто повезло, что я под самый конец, он зарычал, я смог за дерево прыгнуть. Собирай, собирай, если увидишь эту вот зеленую, собирай. Медицинскую траву. У нас всего лишь одна спичка была, и то я уже использовал ее. Сохранился. Ну да, я сохранился. О, ящичек. А, не-не-не, ушла. Курица? Ушла скотина, волчара. Так ты смотри, гвозди вообще нету. Нашел ящик, а в нем швейер и плата. Ну, бывает. У меня тоже в сумке патроны. Блин, швейлера прям, я не знаю. У меня столько никогда не было. Курица. Так, деревянный ящик. Курица, курица где-то. А, вон, уходит. Под пространство. Пока нифига, пока только ящик. Есть. Так, делаем платформу. Я побежал ее ставить. Потому что завтра уже будет этот, как его. Курица есть, отлично. Ёб твою мать. Что там, кто там? Волк. Сохранится? Нет, я убежал. Но я все равно сохранился. Ну, неплохо. Я уже как раз у меня этот создалась платформа. А, ну вот. Так, тут волчик есть, я попробую его сейчас как-то подманить к себе. Именно чтобы он пошел, не побежал. О, блин, три гвоздя нужно еще, чтобы сделать первую решетку. Представляешь, я еще
Опа, вот это я попал. Тихо-тихо уходим. Тихонько уходим. Он побежал. Собака. Так, теперь как бы его в дерево упереть? Запрыгивает за дерево, ну, вариантов, конечно, мало. Нормально, 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 нормально. Блин, я... Дядя потерялась. А, я так далеко отбежал. На тебе, скотина. Носатая. Блин, мне до воды надо добраться. У меня все руки в крови. Так, ой, что-то далековато. Так, с белым не получилось. Получится, может, с этим. С обыкновенным. Тюлень обыкновенный. Так, тихо, 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 тихо. Успокойся. Ну-ну-ну, цуцик, цуцик. Фу-фу-фу. Что-то он не хочет по максимуму теории успокаиваться. Все равно он хочет дойти до меня. Ну, не то место. Видать. Ну, у тебя уже две фляжки тут. Ты куда это пошел? Ох ты, блин. Вот это уже плохо. Мной, по-моему, белый заинтересовался. Ну. Что там у тебя? Есть куда прыгнуть? У меня? Да. Ну давай я поставлю тебе. Потому что я за собой двоих веду вроде. Потом поменяем местоположение. Я рядом с костром поставил. Я слышал, слышал. Ну один, блин. А, черный, нормально. Мне так белый же загорчал, падла. Ну понятно. Давай, 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 иди обратно. Идет? Идет. По крыше воробей, иди дерево. Вот. Убирайся! Отошел, смотри, как далеко. Да, 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 да. Все равно достал. Видел, видел. Видел, видел. Если уже атака пошла, уже до одного места. Нет, нет, нет. Вот как раз можно как-то успеть. Слава богу. Дело. Слава богу, выжил. Так, а что у меня гвозди? У тебя гвозди есть? Ни одного не нашел вообще. На целый день. Так я там тебе пищу оставил. А бутылки все забрал. Блин. Возвращаюсь. Надо. На, я кидаю тебе одну. Тогда, если ты уж одну сделал. Нет, так это ж моя и была одна. Так у нас две получается? Ну да, всего две. Ну, в принципе, можно одной пользоваться. Да, конечно. Так, нам надо не забыть воду поставить платформу, потому что сейчас лед будет, потом не поставишь ни хрена. Я вот тоже один раз забыл. А ну да, сейчас будет ночью. По-моему, я слишком близко поставил. Макс, иди смотри, ты лучше знаешь, как ставить. Не-не-не, я сейчас сам поставлю. Ну, я уже, правда, сунул ее в воду. Ну, не страшно. Только если всунул и позволяет, так сказать, там можно просто ее переставить ровненько, по высоте она будет в одном и том же месте. А, нет, она у тебя над водой стоит. Ну, я же говорю, ты лучше знаешь, переставь. Угу. Так, что я, футболку могу сделать или нет, самую простую, бомжатскую? Банан. Допустим, двух веревок, это ладно. И мне надо еще два волка убить. Но не факт, что... Не факт, что они дадут две кожи. Так, тебе еда надо? На кусок мяса, печень. Так, на тебе, делай. И курицу. Делай футболки. Потому что тебе надо будет бегать потом. Да что ты будешь делать? Так, мне надо еще три гвоздя. Только на одну и хватило. Это не страшно. Это нормально. Потому что тебе надо будет еще сделать
теплую футболку, обязательно теплую футболку. Не штаны, а футболку. Она больше дает градусов. Я понял. То есть первое, а потом уже будем, как говорится, уже темнеет. Да, надо успеть гвозди найти. Надо опять в долину лута возвращаться. Ну, я уже там, но не вижу пока ничего хорошего, я имею в виду. Ну да. Кроме волков. Так, что-то курочка где-то мявкнула, я не заметил где. Ух, белый. Белых лучше не в бане остерегаться. Не, я убегаю. Что-то они жесткие, прям чересчур. Жесткие. Курица. С моим пингом вообще с ними. Я вон с черным там бился. Чуть не вспотел. Да стой, дурочка. Курочка. Стой, тут ящик лежит. Обязательно вернись. Нам нужно 3 гвоздя. Ну, в смысле, сумка, но в сумке патроны, может быть, нет. Гвозди. Стрела. Дайте ящик, зараза. О, а нет, не ягодка показалась. Блин, зарычал белый волк, не вижу его. Но убежал в другую сторону. Правильно, правильно. Не видишь, где возвращайся, ты откуда пришел. Так, я вон в том месте, блин, часто нахожу что, ящики. Что это, лук? Дай лук. Семечку дали. Да что ж такое-то, дайте хоть один ящик. Нам-то надо сюда пару гвоздей. Пару нет, десятков. 3. Пару десятков гвоздей нам надо. Ну вообще, 7 гвоздей нам достаточно. Ты посмотри, что за напасть. Ни одного ящика. Либо я их не вижу, либо их просто нет. Уже темнеть начинает. Да. Можем, конечно, перезайти. Чуть-чуть откатимся. Но я вижу ящик. Опять же, медицинский. В медицинский тоже гвозди попадаются очень часто. Ягодка. Тоже хлеб. Ну да. Вернее, ягода. О. Вернее, витамины. Вижу еще сумку. Опять же, такую медицинскую или патронную, не пойму. Главное, на волка не нарваться. Ну давай повыше. Поднимусь. Нет, патронные. Дай гвозди, зараза. Пульки дала. А вон белый ходит. А вот за мной, по-моему, побежал. Или белый, серый. И серый бежит. Я 2 сохранения. В смысле, сначала естественное сохранение, я свое еще втулил. Так, волчик есть. Так, дайте хоть ящик один, дайте ящик, зараза. Чё это, а, заяц? Костер все еще не потух, слава богу. Как раз удалось собрать еще одну сейчас. Опа, что это еще ХП? Волк белый, нет, до свидания. Так это волк, а волк. Я думал ящик. Наш медведей гораздо легче рубить, чем волков. Да. Как показывает. Поэтому это тяжелый челлендж. Показывает практика. Так, сутулы есть. Нет, темно уже, куда? Но есть ящик. Сейчас попробую. Гвоздим. Попробую. Или это не ящик? Сумка патронами, блин. Да, что ты будешь делать? Вот куда тебе патроны девать? В одно место только. Ну. Пока 5 градусов, еще можно побегать. Порубить дерево еще можно. Порубить это, да? Лучше найти гвоздь. 4, 3. Ой-ой-ой. Ты волка нашел, да? Да. Идет, падла. Костер перенеси на платформу. Сейчас, на нее хоть стоять можно, и тогда тебя волки не съедят. А я тебе на плечи сяду. Блин.
Так, на тебе мясо. И мясо дофига. Давай. И все в воду, вот, блин. Подкинул. Нормально, нормально. Заодно и помылся. Так, ну, тут подальше надо поставить, ну пока здесь. Давай я два костра сделаю. Да? У тебя так дерева много. Ну тебе будет костер, будешь на нем стоять. 4, я точно, блин, сейчас посмотрю. Ну, по-моему, она... Так, пошел костер. Блин, конечно, можно маленькую решетку поставить, но толку там. Садись на этот, на костер. Ну да. Задницу будем греть. Так, водичка есть. На тебе флягу. Я тебе в костер положу. О, а вот из-за вода замерзла. Момент аморы. Угу. Ё-моё, её даже не видно, этой платформы. Ну, в том-то и дело, да. Я в тот костер положу. Угу. В соседний. Несмотря... Я взял, взял. Ай, так ты стоял в воде, как вода могла замерзнуть? Мы стояли на платформе, она не считается, как мы в воде. А, все, все, понял. Ну все, тогда ждем утра. Ну вот, в принципе, уже начинает светать следующий день, так что всем спасибо за просмотр. Нам удалось выжить один день. Вот. И всем пока.